Так, рассмотрим вариант, как нагрузить себя с помощью просто трости. Обязательно выполнять эти действия, предварительно размявшись, то есть прокрутив сустав, выполнив основные элементы, подготовив связки, потому что нагрузка в данном случае будет статодинамическая и ляжет именно на связки и сухожилия, плюс на сердце, поэтому усердствовать чересчур не надо. Все действия выполняются плавно, постепенная нагрузка, постепенное расслабление, никаких резких движений. Покажу базовые элементы, на основе которых вы потом сами можете составлять комплексный план для себя, любые упражнения придумывать уже на ходу. Главное — соблюдать эти принципы. Итак, возможно два основных действия с тростью. Это сжатие и растяжение. Чаще всего, когда мы двигаемся от себя, происходит сжатие. Когда мы двигаемся к себе, идет растяжение. Таким образом, если мы совершаем это в горизонтальной плоскости, например, выпрямляемся и сжимаем, расслабились, мы нагружаем фронтальную часть, то есть грудные плечи, предплечья. Если же мы тянем на себя, то, соответственно, мы задействуем уже спину, то есть вот мы взяли, растягиваем, расслабили, растяжение, расслабление. Точно таким же образом мы можем действовать в вертикальной плоскости, то есть взяли, давим вверх и сжимаем, либо взяли за перекладину, растягиваем и тянем вниз. Повторяю, важно делать это плавную нагрузку, никаких резких движений не дергать. И после максимального нагрузки плавно расслабляться. Освоив простые элементы, вниз, вперед, вверх, толчок, то же самое притягивание к себе, при этом растягивая, можно перейти к комплексным вариантам. Например, делаем вращение, при этом, когда мы идем от себя, мы сжимаем, когда мы идем к себе, мы растягиваем. И в обратную сторону. Вверху мы растягиваем, внизу мы сжимаем. Растяжение, сжатие, растяжение, сжатие. И таким образом можно проработать фактически полностью верх тела, сзади и спереди. Отдельным вариантом нагрузки, более простым, можно рассмотреть, когда работает одна рука, вторая оказывает сопротивление. Например, я левой рукой вытягиваю, правая оказывает сопротивление. И потом, соответственно, наоборот. И точно так же издалека левая рука у меня давит, правая оказывает сопротивление. И наоборот. Каковы основные принципы? Не забывайте делать все плавно, аккуратно. После выполнения данных упражнений обязательно выполнить действия в расслабленном варианте для восстановления связочек сухожилий. Никаких резких движений.